Еще несколько лет назад одно из любимых мест отдыха горожан, парк имени Сергея Лазона Санаторный, был на грани уничтожения. Муниципальный парк буквально утопал в долгах. Предыдущие власти довели место отдыха до банкротства. Рекреационная зона могла исчезнуть с лица города. Но за дело взялась новая администрация. Нам удалось изменить ситуацию в корне. За счет, причем внебюджетных средств, погасили все долги. Теперь предприятие вышло на положительный баланс, и мы готовы приносить прибыль в бюджет города Владивостока. Первым делом парк избавился от старых ржавых качелей. Их заменили на новые, безопасные, с сиденьями из пластика и канатами вместо металлических стержней. В парке провели обрезку деревьев, а по периметру запретили костры, шашлыки, барбекю, убрали старые киоски, которые захламляли место отдыха. Впервые за все время существования в этом парке появились бесплатные шезлонги, волейбольная площадка и душевые. Контингент парка полностью изменился. К нам очень стали много приезжать и мамы, и папы, именно с маленькими детьми. Им интересно здесь находиться, дышать, чистый воздух. Очень важный момент для любого места отдыха – туалеты. Здесь они новые. Старые, не выдерживающие никакого напора критиков, снесли. В двух противоположных концах парка теперь стоят современные санузлы. Мы вообще редко здесь гуляем, потому что далеко как бы от города. А в городе гулять негде с малыми, с маленькими детьми. Нам очень нравится кататься с горки водяной. Я очень часто катаюсь с ней. Благодаря этим переменам с каждым годом муниципальный парк посещают все больше людей. В солнечные дни здесь собираются до 1000 отдыхающих. Сегодня парк имени Лазо – одно из немногих мест, где официально разрешено купаться. Летом за безопасностью здесь будут следить спасатели, а для комфорта поставят шезлонги. Совсем скоро парк примет принципиально новый современный вид. Он станет очень комфортной и благоустроенной зоной отдыха горожан. При этом цена за вход останется прежней – всего 40 рублей. Инна Коновалова, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.